Добрый вечер, дорогие мальчики и девочки. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер. Сегодня действительно такой замечательный вечер, что хочется делать только приятные вещи. Например, что? Угостить вас чем? Конфетками. Ух ты! Ой, спасибо! Конфеты, мои любимые, спасибо! Ешьте на здоровье. Ой, Юля, а почему ты не ешь? Разве ты не любишь конфеты? Честно говоря, очень люблю. Значит, мы должны их разделить поровну. Правильно, Шулечка, мы же друзья. Да-да. Спасибо вам, мои дорогие. Я вижу, что вы можете быть настоящими друзьями. Как маленькая бабочка из сказки. Какая бабочка? Да, какая? Бабочка, которая помогла рыбке. Вот послушайте, сейчас я расскажу вам эту сказку. А? Однажды теплым летним днем недалеко от речки летала над цветами бабочка. У нее было такое чудесное настроение, что она даже пела песенку. Небо как будто крыло голубое, там в вышине парит надо мною, а подо мной словно чудный покров солнечный луг из душистых цветов. И серебристо под солнцем звеня вдаль убегает река от меня. Вот так пела бабочка, как вдруг она услышала тихий, очень грустный вздох. Вздох повторился еще раз. Бабочка оглянулась и увидела в речке свою подругу рыбку-чешуйку. Здравствуй, чешуйка! Сегодня такой замечательный день, не правда ли? Да, день сегодня прекрасный, но мне совсем не весело. Почему? Неужели с тобой что-то случилось? Ты вся дрожишь? Кажется, я заболела. Недавно я попала в холодное течение, и вот теперь мне очень холодно. О, как это ужасно! Но, может быть, я могу тебе чем-то помочь? К сожалению, никто в нашей реке не знает, что нужно делать. Тогда я отправлюсь в дальний дремучий лес. Говорят, там живет мудрый филин. Он наверняка скажет, как тебе помочь. Но это так опасно. Ты можешь заблудиться и даже погибнуть. Ничего, я буду очень осторожна. Жди меня. И бабочка отправилась на поиски филина. Она летела и летела вперед, иногда отдыхая на цветах. Но вот знакомая солнечная поляна кончилась, и перед ней огромной темной стеной встал лес. Подул холодный ветер, затрещали ветки, и пошел дождь. Лети скорее сюда, бабочка. Прячься под этот лист. Он укроет тебя от дождя и ветра. Ах, как бы я хотела тут остаться. Но бедная чешуйка тяжело больна. Я должна лететь дальше. Да ты же пропадешь. Неужели тебе не страшно? Очень страшно. Но меня ждет моя подруга, и это придает мне смелости. Ах, как бы мне только узнать, как найти мудрого филина. Хорошо, я тебе скажу. Посмотри вон на ту высокую сосну. Там в дупле он и живет. Я знаю, как помочь твоей подруге. Ей нужно немного солнечного тепла. Возьми вот эти чудесные крылья. Они помогут ей полететь на теплую солнечную полянку. Спасибо. А в это время рыбка-чешуйка с нетерпением ждала свою подругу. Она видела, как налетела туча и пошел дождь, а бабочки все не было. Бедная рыбка плавала вперед и назад, не находя себе места. Тут из-за тучи выглянул солнечный луч, и появилась бабочка. Она летела к реке и несла что-то очень блестящее. Филин сказал, что тебе нужно погреться на солнышке, и передал тебе вот эти замечательные крылышки. Спасибо тебе! Без тебя я могла бы погибнуть. И чешуйка, надев блестящие крылышки, полетела вместе с бабочкой на солнечную полянку. Говорят, с тех пор там часто видели летающих рыбок. Но чего не бывает в сказке. Вот и вся история. Ой, какая молодец эта бабочка! Маленькая, а такая смелая! Вот бы и мне с
стать такой, как она. Да, дорогие мои, быть настоящим другом не так-то просто. Нужно быть честным, добрым и смелым. Да, это точно. А я теперь тоже буду стараться всегда быть смелым и добрым. И я буду молодцы, тоже. Молодцы. Ну, а теперь уже поздно, и нам пора прощаться с ребятами. Жалко. Ну, ничего не поделаешь. До свидания, ребята. До свидания, мальчики и девочки. Добрых вам снов, друзья. И ангела-хранителя. Друг познается в беде. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложись. Постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.